трасса 101. Приветствую, в эфире трасса 101. Владимир Сметанин не нарушает. Почти. Внедрение выделенных полос для общественного транспорта, развитие пешеходных зон и велосипедных дорожек – вот главные способы борьбы с автомобильными пробками в любом российском мегаполисе. Об этом заявил глава Министерства транспорта Максим Соколов. Наряду с данными мерами, по его словам, надо уделять внимание строительству новых развязок и других элементов улично-дорожной сети. Отмечу, что организация выделенных для автобусов и троллейбусов в Кирове обсуждается уже несколько лет. Даже называлась улица, где они могут появиться. Явиться в качестве эксперимента – улица Воровского. Трасса 101. Одна из самых популярных иномарок в России – Hyundai Solaris второго поколения – подорожала. Машина в комплектации Active Plus стоит теперь минимум 720 тысяч рублей, плюс 10 тысяч. Такая же прибавка у топовой версии Elegance. 5 тысяч рублей накинули на среднюю комплектацию Comfort. Неизменной осталась цена только базового Solaris 2 – 624 тысячи 900 рублей. Трасса 101. ВАЗовская «семерка» – наиболее распространенная легковушка в России. Серебро и бронза, по данным агентства «Автостат», у ВАЗ-2106 и «Лада 4х4» соответственно. Следующие четыре места тоже достались продукции «АвтоВАЗа» – «девятке», «десятке», «четырнадцатой» и «пятерке». Восьмую позицию застолбил «Форд Фокус», девятую – «Тойота Королла». Замыкает десятку ВАЗ-21099. Всего в нашей стране насчитывается около 42 миллионов легковых авто. Трасса 101. Российский завод Ford выпустил несколько моделей Focus, работающих как на бензине, так и на газе. Машины в октябре поступят в распоряжение таксомоторных парков. 40-литровый газовый баллон поместили в нишу запасного колеса, при этом объем багажника не уменьшился. На голубом топливе автомобиль способен проехать 320 километров, плюс 450 на бензине при полностью заправленном баке. Двигатель объемом 1,6, мощностью 117 лошадиных сил. Обновленный Subaru Forester обойдется покупателю минимум в 1 659 тысяч рублей. Заказы на авто уже принимаются. Базовая версия кроссовера получила полный привод, круиз-контроль, климат-контроль, 7 подушек безопасности, информационно-развлекательную систему, а также рейлинги. В более дорогих комплектациях имеются, к примеру, системы контроля слепых зон и обнаружение автомобиля, движущегося сзади. На этом все. Вопросы и комментарии оставляйте на сайте Эхо Кирова и в группе программы ВКонтакте. До свидания. Трасса 101.